Так, ну здорово, папашки. Всем субботний привет. Чилим сегодня без героев, играем в Among нашим пабликом. Нибус говорит, легко, что-то первый в чате. Да все спят, никого нет. Пол шестого, самое время врываться. Первый на Among, почти. Итак, после чаепития тяжело, но мы, как обычно, собираем волю в кулак. Едем катать. Сегодня с нами играют Флэш, Литл Злой, Маугли, Эндэш, Пикс, Римус, Славик 2021. Я залетаю. Сейчас еще, думаю, кого-то доберем. Играть будем в Among Us. Поиграем примерно 2 часика, потом мне нужно будет убегать на концерт. Да вообще всем начинается. Я не понимаю, как я успею, блять. Да как ты успеешь, Флэш? Что такое? Ну я планирую на метро ехать. На метро в 7 начинается, блин. Ай-яй-яй, конечно. Так, надо ком тогда делать, короче. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Здрасте. А я вот на 7 не собираюсь. Ну ты да понятно, ну ты как организатор можешь опаздывать. Я не организатор. Ну я так чувствую, что я тоже на 7 уже не собираюсь. В 7 двери открыты, Флэш, что ты как маленький. Ты, да короче, на 7 едешь, чтобы потом приехать и потом, короче, нудить, что, короче, концерт на 1,5 часа задержался. Хотя, по факту, ну, типа, так всегда бывает. И 7 это не время начала концерта, а время, когда открываются двери и, типа, встречают гостей. Так, а как же еще пивко попить перед концертом? Ну, это да, если с этой целью, тогда согласен. Но, типа, само мероприятие начинается минимум 8. Минимум. Здрасте всем. Здрасте, да. Кого не видел? Ребята. Здорово, Бутя. Всем привет. Можно уже, запускать Among? Можно создать Among. Да-да, сейчас... А, это к Мау. Создаю, запускаю. Я как раз, перекурю пока что. Как на завод собрались, на смену? Да. Я пока создам, и я там перекурю, такие, типа. Да и я тогда перекурю. Разминочку сделаю там, не знаю. Да, да, да. Нет, чтобы в планку там сходить, на турничок куда-то. Да-да, кошечку сделать там. Че сделать, кошечку? Надо силы беречь. Сейчас я тебе сделаю кошечку, блин, в Амонге. Я что-то вспомнил про карманную. А, карманную, карманную киску. Я просто не знал. Я тоже не знал, можно это вслух произносить. Карманную киску. Это нормально. Ну, а что такого? Рибус, покажи цаплю, тебе нравится просто. Показал. Показал? Спасибо. Когда стрим, кстати, Рибус? Скоро, близко уже. Уже очень ближе, чем было. Понял. Рима, за стрим с вебкой будет? Пока, ну, начало всегда без вебки. Некоторые с вебки начинают, кстати. У тебя как? Сначала вебка, а потом... Это не мясо. А, да. Да нет, просто у кого-то вебка, в принципе, ну, бывает, есть. Жопа горит! Серьезно? Подожди, да. Буллинг! Крайсвей, спасибо, что за подписочку. У меня нет. Я вот только тебе, папашка, удачных кадров и хорошего вечера. Еду в Харьков, если не передашь привет Римузу, то ты вечный член. Да, угрожает мне Кашас, получилось. Хорошо сгонять. Придется передать. Привет от Кашаса вам, он меня заставил. Я не хотел вообще. Ему привет. Привет танцорам. Танцорам, да, привет. Блин, уже 4 минуты идет стрим, а нельзя ничем покритиковать игру стримера. Мало, в смысле, можно покритиковать, что поздно собрались. Это единственный ролик, ты с ней не справился. Сидим, тупим, не начинаем играть. Аналитика всегда может присутствовать. Это косяк. Это вы плохо стараетесь. Я попробую игру перезапустить. Сегодня хоть мафа дадут, надеемся. Ждем, надеемся, да, верим. Маугли, общем, как только всегда. Не героев. В прошлый раз... В Амонге. Здорово, еще есть. Ни разу. Пожилому модератору. Здравствуйте, пожилые модераторы. Здорово, поживший. Всем привет, да. Поленился.
Блядь! Эх, Римус! Блядь, Римус, ну у тебя же было время потренироваться, ну что ты опять позоришь? Так, все, не шиби мне голову, блядь, я не могу это сказать. 30 лет спустя. Так, ладно, подожди, скажи мне это слово, скажи. Не буду, больше не буду, все, я тебе все сказал. Нет, все, ладно. Я поделился мудростью с тобой, а ты... Ну, бас. Я хотел повторить секунду назад, но уже не хочу. Ну ладно. Римус, а что, опять просили сказать «Поляныця»? А он сам вылился. Он сам. И опять обосрался, как обычно. Блять, чел, не надо, пожалуйста. Просто не надо. Кринжуем все украинцы. Кринжуем, да. А может кто-то попробует создать, потому что у меня не создается. Ну вот, поиграли, получается. Блять, Британия сразу видно. Я попробую свой скилл тест. Да, скилл-тест создай. Александр Чатик, моё почтение, здорово. Чёрт, я даже не прошёл тест. Я не прошёл. Можно покритиковать критиковать отдельно, пишется, да? Понял. Стрим ли раз за рекламу хренового сайта Hotline? Можно было бы, если бы Hotline был хреновым сайтом. А так как Hotline UA отличный сайт, то и критиковать получится не за что. Получается позорнее. О, я создал на Азии. Отлично. Отлично. На Азии работает, кстати. На Америке. У нас и так тут каждый задвигает про рассинхрон, и как он видит чела там в 3 километрах от него. Представляешь, что будет на Азии? Ну, что поделать? Команде привет, Шухан пишет, ничего себе. Команда, это вам, наверное. Привет, Шухан. Привет. Так, надо все-таки, наверное, переключиться с Диаблы на... Да не надо. Это, держу в курсе, это он так невзрачно типа намекнул, что он стримит. Вообще не это, никто не понял намека. Это как люди с айфонами, которые проверяют каждых 5 минут, типа, сколько времени сейчас. А это так и происходит до сих пор? А сколько времени, кстати? Сейчас на Apple Watch гляну. У меня ждет айфона. 17.33 вроде. Мне почему-то в голове приходит фраза «горячая линия» пирочка в 90-х. Минусавым. Есть такое. Ну, 200 пинга нормально вроде. Кладешь телефон обратно в карман и говоришь: «А, блядь, вспомнил, у меня же есть Apple Watch». И смотришь на руку. Кстати, пинги действительно дикие. Точно мы не можем сделать на... Да, может попробовать еще раз просто? А, я не вылазю, по-моему. А может тут кто-то сделает, а Маугли просто назовет настройки? Как вам идея? Ну да, давайте попробуем. Так проблема не в Маугли. Да. Вообще серваки лежат на Европе. Так давайте все вместе пробовать, у кого тогда получится. Есть еще одна игра. Не-не-не-не. Чел. Мы туда не влезем. Я не про Fallout. Мы не влезем туда все. В ту игру, которую ты имеешь в виду. Он про New World, походу. Там тоже пачканы в тирах. Джефф Безос больше на сервера не даст. Остальные рядом побегают просто и все. Ну почему рядом? Сзади, за спиной. Можно с вами? Не, ребят, к сожалению или к счастью, у нас есть... Команда корабля. Почему стример не сделал сервер, а? Тихо. Это ты к Пиксу, да, сейчас обращаешься? Да, зачем конечно, ты так жестко? Тебе уже могли бы дать эксклюзивные права. Ой. Приватный сервер, да. Фиолетовый ник в игре, может да, быть. Да. А он все бегает по кораблю. Так и шо? Ты мне подсказываешь, что мы не сыграем на Европе? Ну, смотрите, я... По поводу серверов, там наши ребята с паблика вроде бы
даже пытались там свой сервер по Амонгу поднять. Вроде даже что-то получалось. Да, но тут уже стоят вопросы, какой у тебя будет пик до того человека. Сегодня, ребят, нет, вечером я еду на концертик. Завтра стрима не будет, я еду к родителям в гости. Понедельник Fallout, герой во вторник. Примерно такое расписание на ближайшие пару дней. А если он в Азии? Так а чё, мы же тут восьмером сидим, так может быть просто все выйдем и действительно просто будем пытаться создать сервер? Ну, блядь, не создать сервер, а комнату. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Все, я понял, я тоже пошел туда это делать. Если сервера лежат, то... Ну да, тут пытайся, не пытайся. Ну да, мало ли кто-то проскочит. Но это лучше, чем 300 пинга. Мне нравится. Да, отлично. Было бы неплохо посмотреть, типа, где онлайн, может быть это связано с нагрузками на сервер, но что-то я сомневаюсь в этом просто. Будем пытаться, чё. Так, ладно, ребята, как дела? У вас тогда чё новое? Отлично, отлично, например, всё. Выспался сегодня более-менее хорошо, спасибо. Ты хорошо поспал? Цветы полил? Да нет, бабушка. Блядь, точно. Не надо. Сейчас подожди, полил цветы. Вон, видишь, я вспомнил. Получается, пригодилось. Напоминание. Ну что, в принципе, давайте Dash Pix, Flash Kev. Заходите на Азию уже, поиграем хоть на Азии. Сейчас черный экран упадет. Попробуем, да. Где можно выбрать хорошую полив, ну, поливалку для цветов? На Hotline UA, мне кажется, можно поискать. Дикие, но... Попробовать. В принципе, да, да, игра, ну, да. Нормально, да, играбельно, да, да. Убил бы медичка, зарепортил бы уже в оружейке, все в порядке. Мне кажется, ты немножко переоцениваешь разницу между 50 миллисекунд и 200 миллисекунд. Тебе так кажется. Разница лишь миг. 150 миллисекунд. Ясно. Технари. А кто последний? Кем? Он цветы поливает. А, точно, точно. Но это важное дело, да, нельзя прерывать. Кто хочет быть мафом? Так, ладно, давайте, первая игра. Кто хочет быть мафом? Я. Давайте выберем. Ты? А, так, стример. Так, ладно, кто еще? Я шерифом хочу влететь. Только не убивай меня, Пикс, пожалуйста. Я же говорю хочу, я не говорю, что я буду так делать. Я хочу быть джестером. Прикинь, Пикс, ты врываешься в него, типа, получается, на шерифе и умираешь. Mm-hmm. А он маф и тебя кикают. И все. Кев, ты цветы полил? Да. Заходи на Азию. Захожу. Реши чурочек. Что, поехали, я буду читать рэп. Давай. Начинай. Я давай, спишу, хорошо, у тебя права на твою музыку. Так на музыку или на рэп? А чё это за Кастельярова, Мон? Фить? А. Сука, опять крюмей, да что ж такое? Ирин Лиль, здорово, спасибо за 3 месяца. Подушите мою жопу! Сюда, чай. Сюда, крюмейчик. Опа, это кто мне Славик дал? Не сразу отобразилось, по-моему. Злой Римус Пикс.
Труп Кева в столовке. Я думаю, труп сделали секунд 5 назад, и человек, скорее всего, убежал в левую часть. Литл злой бежал в левую часть из столовки. А, мы сейчас стоим втроем, в дверь долбимся со стороны админки. Извините, я долблюсь в двери столовой слева, наоборот, бегу слева. Да, но ты прибежал-то налево откуда? Из столовки? Нет. А откуда? Я не был в столовке. Смотрите, давайте я дам инфу. Я был пришел вот после починки саботажа на камеры. Там на камерах встретил злого, который прибежал из столовки. Действительно, но после... Ну, с той стороны. Но после него с той же стороны прибежал Тварына. Маугли дает информацию, которая не относится к моменту репорта. Информация давняя. В конце раунда, когда перед репортом на камерах стою я один, на камерах вижу закрытые двери в столовку, кучу народу, которая ломится снизу. Литл зло бежит, как мне показалось, справа из столовки, потом разворачивается, видя, наверное, что включаются камеры, и типа возвращается, типа долбится снова в столовку. Нет, я вышел из мидбэя. Ну... До этого может быть. Хорошо, ваша речь интересна. Я в электрике прибежал в админке, там было 3 человека, меня видели. Это был Шарупа, по-моему, Вути, еще кто-то один, возможно, Пикс. Чего? Кого? Я после саботажа связи в админке был. Это было сейчас... секунд 5-10. Короче, я даю такую инфу, что типа до закрытия дверей секунды за 3. Было 2 человека в столовке, никто оттуда не выбегал, никто туда не забегал, там как 2 человека было, так и осталось. Закрылись двери. Я типа... Ну, я когда увидел, что 2 человека в столовке долго, я туда побежал, передо мной закрылись двери, и потом НДШ в столовке репортит труп. Так вот, что можно еще подозревать сам репорт. Нет, я сел на скачке данных. То же самое насчет флеша. То есть ты был в столовке, да, типа, и потом ты вышел за репортом? Да, я прибежал все квесты, хотел уже кнопку нажать, но смотрю, труп валяется на столе. Ну тогда не злой в самореп, либо через винты ушел. Или чё? Хотя нет, он не... Даже там все-таки был. Алло, Михаил, успокойтесь. Тихо. Короче, нет, это... на последних секундах говорил, сорян. Это всем говорил. Да все. Получается, самореп, скорее всего. Через винты, наверное, не мог уйти, потому что тогда бы там 3 человека показывалось. Привет, Кудряш. Здорово. Кудрявый воин, ребят, на месте. Так, роли мафов тоже непонятны пока. Славик, он побежал, да? Не знаю, что это такое было, но он либо подо мной упал, либо в меня въехал сейчас на камере. Я видел Бути, короче, и Славика, последних. Славик забегал, получается, на камеры, чекать их. Бути забегал сверху, с верхнего движка, и... Я с реактора забегал, я чекал реактор, забежал на камеры, встал, Славик подошел снизу и упал. Ну да, я и говорю, то, что слева были только мы втроем. Сейчас видел Маугли злого, но то есть какое-то время назад они двигались в электрике. Я на электрике на квестах. Ну, секунду назад встал. Немного подозреваю самореп, потому что я вот сейчас как раз с нижнего двигателя забегаю в камеры, и у меня загорелась кнопка репорта.
И я так полагаю, что вполне Вуди мог его прирезать, и потом увидел, что я забегаю за рекой. Мог. Ну, такой вариант я не исключаю. Мог прирезать, мог. Блин, вот это молодец. Ты был в прошлом раунде? Я в прошлом раунде был в админке. До этого был наш... Он вместе с нами долбился в двери, и в админку он пришел не сверху. Он сверху пришел в админку. Я был на камерах, видел Гути в мидбэе. Он из мидбэя побежал в столовую, а из столовой я не знаю, куда он делся. Подожди, это, то есть по логике может быть типа килл, а НДш просто стоял на квесте, Маф прибежал из столовки, получается, в админку, закрыл двери, а потом НДш зарепортил. Может такое быть? Я не был только в столовой и вообще в правой верхней части не был. Вути дольше был в админке. Вути, я уже прибежал, Вути, по-моему, стоял в админке. Да. Да, я тоже его помню, секунд 15, наверное. Римус, а ты как оказался в районе камер сейчас? Я не сейчас, я оттуда ушел. Я был в реакторе, делал квест. И смог курсануть теоретически. Не знаю, мне да, не конечно, нравится, и после репорта дал инфу по тому, что видел. Конечно. Ну, Вути может, да, саморебить, по идее. Или в байта попасть. 100% Вути, да, что-то? Понял. Понял, принял. Так, по-прежнему непонятные роли мафов. Может быть... Это либо Вути, либо удаленный килл. Правильно, правильно. Щит пропал, кстати, да? Подожди, а щит у меня в начале раунда пропал, или он уже... Да, а, нет, Славик дал мне щит, его убили, да. Логично, то есть с начала раунда у меня щита уже не было. Кнопки ограничены. Да. Кнопочку, чтобы сказать, что я очень сильно по мувам сейчас подозреваю флеша. Почему? Потому что я бегу направо бегать, чекать плюпы. Ну, ты бежал направо, как будто ты бежал фейковать квесты. Ну, нет. Я бежал направо чекать трюки. Я прочекал все комнаты до щитов сейчас. Может, он там рэп читать бегал. Возможно, но я так... Особенно я просто... Особенно после того, как я встретил бежащего с правой стороны Вути... А я метеорит... Я метеорит... Мне еще вдвойне захотелось пойти прочекать правую сторону. Только что в электрике было. Да. НДш пошел мне чинить. Короче, я... Да. Предлагаю скипать, но вообще я очень мне не нравится Вути и очень мне не нравится флэш в этой игре. Подозреваю, что между ними как минимум один маф. А если не в этой игре? В этой игре они мне очень нравятся. А Римус? А Тварина? Римус мне в этой игре нравится. Ага. А Тварина как тебе? Тихо. Вообще-то играем, алло. Так. И что делаем? Чёрт. Вути говорит, и флэш, да, не нравится? Дэш, Римус. Не надо, нет, нет. Проверят. Камерах. Флэш. Икс. Икс мене риже. Сука. О, курва. Кайфово, конечно, украшено все под Хэллоуин. Так, и Вути убили, да? Или проверили? А, труп шарупы в нижнем двигателе. НДш красава. Оттуда ко мне Пикс пришел на камеры. Опа! Да, я пришел из электрики, я починил электрику и шарупу не встречал. Конечно. В электрике встретил НДша. В электрике? Ну, я там был, да, секунд 5 назад.
А можете дать инфу Римус и НДШ? Кто из вас в Бути убил? Мы сейчас стоим на Т-образном перекрестке. Точно не Римус. Римус стоит тупо АФК на перекрестке возле админки и никуда не отбегал оттуда. Нет, правда, я отходил. Сори. Я просто стоял на админке вместе с Бути, выбежал в сторидж. Пересекся с НДшем, НДш забежал может в админку, судя по всему. Вроде не и сложно, Бути мертв. То есть... НДш забежал в админку, прямо у НДша за спиной закрылась дверь. Я так подозреваю, что может быть НДш пытался дверью отгородить труп в электрике. Так труп не в электрике, труп в нижнем двигателе, и там двери не закрыты как раз. Тем более я ушел на правую часть. Ну типа Пикс... Маугли вроде бы тоже уходил на правую часть. Пикс с Чарупой точно не могли в движке нижнем не пересечься, потому что Чарупа чекнул меня на камерах, убежал вниз, и буквально через секунды 3-4 оттуда ко мне на камеры поднялся Пикс. Даже если Пикс, короче, убьет НДш, по идее Пикса тут всегда нужно кикать. Может, он был на квесте на канистре, я не чекал, я пробежал насквозь. Если, конечно, ничего не придумал. Хорошо, давайте все-таки, что случилось с Вути, злой, расскажи. Еще раз. Ладно, ребят, не тратьте на это время. Я был шерифом, я проверил Вути. Если хотите, можете меня разменять. У вас один мав. Один. Ни слова больше. Да, зачем? Давайте разменяем. Вы можете второй килл. Второй килл не делал я, Римус и тот, кто на камерах стоял. Я. Ну и почему не пиксель не кинул? Я говорю, это он. Ну, это либо Пикс, либо сам Маугли, этот Маугли. То есть они, короче, кикают чела, который говорит, что он шериф, и он часто шериф, но не кикают Пикса, который, ну, по идее, по этому обсуждению, единственный, кто мог убить Торыну. Нелогично немножко им. Ладно. У Пикса появляется шанс, он не спалился, что он гессер, опять же, шериф. Шерифа кикнули так, он может как-то сделать килл удачно, да, потом угадать. Не знаю, короче, может выиграть теоретически. Хороший реп. Потому что надежнее разменять. Ну, короче, кто в реакторе? Флэш, да? Да, я. Маугли, где ты? Ну хотя, да, логически, если думать, он может быть и с мафом, два мафа на столе. В столовой. Не попадает. Пикс убил в столовой и побежал на. Я в верхнем движке забегаю сейчас на перекресток камер. Ну, типа. Злой точно не мог сделать в прошлом раунде килл. Я уже с привет, спасибо за подписочку. Подушите мою жопу! А Маугли кто-то в навигации видит? У меня по таймингам только Пикс мог убить Торин. Я видел человека в навигации до того, как из нее выбегал. И видел в реакторе человека. Злой, сколько секунд? 2 секунды максимум. Может даже 1. Ну просто КД... Видит как ГГ? Только-только. Да не. Ну, изи для смотри, мирных. Я видел, как кто-то от трупа отбегает, но... Блин, ну получается, да, как бы... Ну, меня смущает вот действительно тайминг репорта, но, по идее, злой не может... Смешно будет, если Пикс выиграет, да, за то, что Маугли не успел типа, квесты если сделать. Если Маугли скажет, шерифом, допустим, давайте это делаем квесты, мафом, Пикс делает килл и, ну, типа, угадывает роль. Да? А, ну бас. Не получилось. Да, единственную роль узнал шерифа, и то, блядь, не дали к ним застрелить. В смысле, как ты... А. Ну, ты... В смысле, как ты узнал? Как ты узнал? Я думал, до этого. Неважливо. Нет, не до этого. Гениально. Как ты смог? Да я все бегал, никого не трогал. Никого не трогал, думал, блин, роль хоть хочу-нибудь выяснить. Вообще не понятно, все молчат. Конечно, ему роль. Скажи. Хорошая игры. Так, ну что, давайте мафа уже. Ну разочек. Один раз, пожалуйста. Давайте. Да как это происходит? Как это, блять, возможно вообще? Даже крюмейт без роли, вы прикиньте. Ну это ж пиздец, чат. Ну что это за. Что это такое? Проклятие вечного чела. Пикс. Так, Ефримус. Бутя. Двери, кстати, закрыты, да, были? Пикс.
Так. Опа. Еще и Риму захерачили. Только что в навигации был Римус, Славик и Вути. Славик прибежал снизу, я нашел там труп флеша на связи. Значит, если Славик при Вути, при Славике убивает, значит, Вути, Славик, два маф. Ну я не убиваю, я за тобой сейчас. Сань, ты на метеоритах все так же стоишь, да? Ну нет, или я Славик уже пробежал мимо трупа и убил Римуса. Ну, короче, Славик по-любому маф получается. А Римус оставался в навигации, правильно? Римус был в навигации, и Вути был в навигации. Я оттуда выбегал, забежал по Славик. Не-не-не, Пикс, я за тобой бежал, я на щитах. Я не видел, насколько за мной Вути бежит, окей, возможно, какая-то там разница есть. Я, кстати, не понимаю, почему вы это обсуждаете, потому что у нас человек на камере, который может дать инфу, подтвердить. Да, окей. Ну, я сказал так, как Вути, то есть я вижу по камерам, как из навигации выбегают Пикс и Вути, и в навигацию снизу с щитом забегает Славик. И после этого Славик выбегает через несколько секунд из навигации, и происходит репорт. Я подозреваю, что Славик Баунти Хантер завалил кого-то над связью, забежал на навигацию, завалил Римус. Мне кажется, мало глитворы на мафии. Проголосовал в себя. Блять, меня кикнуло, заебись. Верю Киеву, голосую Пикса. В него. Пикса кикнул. Проголосовал Пикса. Да, еще труп выкиньте. Верю ли то злому, голосую Тэша. Ты за что? Александр, а чё у вас тыква на голове? Еще ведь не Хэллоуин. Да в смысле? Хэллоуин уже, ребят. Вот-вот. На носу, так сказать. Проскочил. Двери даже не закрываются, лол. Это значит, что? Мафы, ну басы. Или косят под таковых. Маугли. Маугли об меня убился. В реакторе. Подождите, показывал только один. Труп. Пикса кикнула, по идее. Блядь, точно. Я думаю, что такое? Маугли об тебя убился? Да, и мне стерли роль. Чё-то пиздежом попахивает, нет? Там, в прошлом раунде. Твоя тактика, Кеш. Поэтому вряд ли он баунти хантер, и скорее всего второй убийца, кто-то, кто был справа. С какой целью Маугли должен проверяться в Little Злого? Больше на байт похоже, если честно. Да. Ну, в любом случае, мне кажется, надо злого кикать сейчас. Да, я согласен. Опять же, смотри, проверяться в тебя с какой целью? То есть у Маугли была информация, что ты типа подозреваешь. У него, может быть, была инфа по камерам. Ну, так... Он бы сказал это в прошлом. Ну да, я не думаю, что Маугли шериф, который проверился в злого, и на удаленный килл это тоже вряд ли похоже. Если это удаленный килл, то давайте еще инфу. Давайте по другой инфу, да. Я с Вути стою в админке. Я видел злого, который выбежал из меда. Кто-то еще был в меде злой с тобой? Это кто был? Это Маугли. Он за мной бегал весь раунд. Подожди, Эндеш, а ты говоришь, ты где сейчас? Я в правую часть побежал сразу. Часть. Смотри, у нас получается как, Тварина стоит и не причастен к киллу, Вути со мной, и я... При этом, смотрите, короче, злой еще говорит, что Маугли был с ним весь раунд. Когда я забегал в мед, откуда выбегал злой, Маугли там не было. То есть Маугли убежал первый налево. Соответственно, ну, не сходится инфа. Не знаю, голосую злого. Я вот тоже голосовал злого, потом Эндеш в следующий раунд. Как же вам везет, да, мафы? Ну, Маугли действительно подозревал злого, но не на шерифе, а на байте, да. Как говорится, Рима, за главное правильно лечь. Ну, конечно. Да я что-то не понимаю такой игры, как бы чел находит труп и бежит сквозь него. Зачем это делать? Это ты про что сейчас? Про Славика. Славик нашел мой труп и побежал дальше и в навигацию. Побежал его. И подрезал Рима. Ну, да.
Надо тогда не убивать и под жестера уже косить, мне кажется. Кстати, сложно под жестера косить, если честно. Как-то на психологическом уровне сложно из себя выдавить неадекватное поведение в мафии. Ну да, это нереально. Вообще, нет, у нас адекватная пати, ребят. Не, ну я не в этом, типа, смысле, но... Попроси Рипуза, он тебе пару уроков даст. Это человек проницательно сказал, да. Хорошие игры, дайте мафа, пожалуйста, разочек. Нет, сиди, блядь. Ну, пожалуйста. На лайтере свети все пути. Главное бы не трахер. Сука, снова крюмейт три раза за сегодня. Мирный, без ролей. Это чё, блядь, такое? Игра, ну просто сжалься. Ну дай хоть роль какую-то, не знаю. Ну чё за, блин, чё за ад, чат? Поздравляем, вы член экипажа. Чё-то жопа чуть это подгорает чуть. Да, крюмейт это мирный без способности. Просто член корабля, который ну, должен выполнять. Захожу квестик. В электрику, там Фэш убивает, и Кев сразу же под ним стирает труп. Опа, похоже на правду, кстати. Ну, типа, именно от Фэша я не видел убийства, но я видел от Кева, как он только подошел и стер. Кев точно мог. У меня вопрос, а нахуя ты, блядь, свет выключаешь? Что ты нахуй? Ослепить его хочешь, блядь, последний? Просто не понимаю. Сколько, блядь, двери в этом нахуй? Потом в хранилище, потом в столовой. 30 секунд, блядь, еще 30 кило можно с этого, блядь, сделать. Ты мог бы просто быстрее бежать, и все было бы нормально, блядь. Чел, ты понимаешь, они пофиксили свет, он еще, блядь, телепортнулся. У меня не получилось его в хранилище закрыть. Нет, ты мог быстрее за мной бежать. Ты мне показывал, что ты клинер, блядь, за полкилометра. В ваших глазах элита играет. Да рассинхрон ебаный, значит, потому что... Конечно, рассинхрон. Ты понимаешь, я стою возле канистры, он мне показывает, что он кливер возле проводов, блядь, возле. Ну, у меня было все наоборот, типа, на этом, на экране. Я стоял с тобой как раз таки возле проводов, типа, показывал тебе. Че, кнопочку там нажмет, может, что-то? Ты еще когда не прошел? Ладно, ребят, можно не голосуйте было, пока. Я хотел сказать, на самом деле... Флэш не второй маф, второй маф я, но я один не затащу, поэтому я сдаюсь. А Флэш? Флэш там просто отличная попытка, Джестер. Джестер на Маугли. Ну это достойно, я голосую в Маугли. Блин, а в слово вы голосовали? Чел, ты у меня, вот когда ты говоришь, что ты был возле канистры, ты у меня был тоже возле проводов. Вот, а я стою возле канистры и вижу, как ты типа дергаешься возле проводов. Следующий роль будет хакер, вообще не садится. Да. Перемкнула нахуй. Дайте я попробую создать на Европе. Секунду. Попробую. Блин, ну как играть на джестере, когда... О, парни, Европа. О. Создавай. Просто ты тоже типа так приколкиваешь, а я не видел, что сзади нас слабый бежит. Сейчас создам. Нет, а я... Это не важно. Говорю, не надо было просто выключать свет. Мы бы закрыли двери три раза и убили бы его у кнопки. Надо было дверью его... Сейчас, ребят, на другой сервак перейдем. Так что, как я говорил про Европу? Удалось? Бля, ну создай конфет. У меня ничего не создается. Ну, ты просто сам бей. Может, ты на Азии нечаянно создал? Нет, я... Блядь. Твоя я создал тоже на Европе. Европа. Ну все, кидай код, Пикс, мы к тебе пойдем. Вы есть, кстати, нормальные настройки? Потому что там сейчас будет, блядь, джакал и поджигатель. Ну, апогея должен сохраниться. Ну, поджигатели будут и так, как не становится. 6000 крестов почти сделал. Call not find the game. Так что ты за смени на Европу, брат. Я сменил на Европу. Rejected. Какие-то... Смотри, crewmate streak 17, лол. Ну, 17 типа, я скажу, подряд. Славик зашли. Знаешь, что я не знаю, какие у вас там проблемы вообще. Но пацаны, я тут статку посмотрел, короче, у меня этот crewmate стрик 17 подряд. Кто-то есть круче? Давай я тоже чекну. У меня, кстати, получилось зайти. Я знаю, кем что надо было делать, надо было еще в чарупу заморфить. Crewmate стрик 0. Класс. Где вы это смотрите? Короче, я несколько раз поменял сервер на Азию. Да, я поменял сервер. Да, похуй.
Бля, что за хуйня? Почему у меня не показывает стрик? У меня ноль. Ну, получается, ты всегда мав, лол. Всегда мав, да. Получается, да. Маугли, по возможности, чекни настроечки. Сейчас чекнем. По ролям вроде... Вроде бы все, по ролям вроде все плюс-минус, да, толково. Тех, это текущий стрик. Ты в прошлой игре был мафом, то есть у тебя стрик ноль, чем я. Так я думал, типа... я 17 подряд сейчас, нихера себе, Вы просто вдумайтесь, то есть я весь прошлый стрим, короче, был на мирном, и сегодня у меня, типа, ролик ремейта одни. Это вообще как? Просто как? У меня так неделю. И это не победа, а именно сколько ролик именно попадается, да, мирного? Ну да, типа. Подряд. Так, я на ракете, короче, улетаю. Ну, конечно. Да, как-то нормальные настройки, у тебя мои сохранились. Ну, все то все, лопай. Галахафа. 9, вот сколько, не 10. Сколько кнопок? Цвет меняй, да не, не в цвете дело. Тут, по идее, в таймингах захода. Ну, хоть какая-то роль. На том спасибо. С узлым пиксом. К вам какой-то рандом в Риму зашел, сейчас кикнем. Рандома. 18, считаем, ребят. Стрик мирных ролей. Опа. Флэш Риму злой. Флэш с Римзом, да, прибежали? Короче, труп Маугли в админке, трупу секунд 12, чел убил Маугли в админке и винтанулся оттуда. И сразу же оттуда мне на щиты навстречу выбегает Римус. А Римуза, кстати, не видел справа. Справа были справа зло... прибежали Шарупа и Пикс. Злой. Славик еще бежал прибежали. Справа в конце, но смотри, разве не с тобой Римус бежал из... Не-не-не-не-не-не-не, я стоял хранилище. Типа на щитах, я вижу так, винты в админке, ко мне сразу сверху прибегает Римус, я бегу типа в ту сторону, закрывается передо мной хранилище, я бегаю типа туда-сюда, чтобы Римус меня не зарезал. Ты видел винты в админке и так далее, чувак, я изначально побежал направо, я делал квест на связи в самом низу, я видел, как ты бежал из карга направо, ты поднялся наверх, я отбежал налево до самого конца закрытой двери, и ты прибежал из навигации обратно. Ну я до навигации не добегал, я даже счетов не пробегал. Я не знаю, докуда ты добегал, но я видел, что ты бежал в ту сторону. А Славик откуда прибежал? Он был справа? Я был на квесте в щитах, флеш как раз до меня добежал, остановился, бежал обратно. Я был в меди вместе с Вути, НДшем и потом Кевку, когда я выходил, зашел. Пошел на метеорит, я их отстрелял, спустился у низ на О2 и в конце закончил на щитах. Ну мы с Кевом, да, на реакторе, но вы были в меди с Вути, то есть вы могли побежать направо также. Я Вути типа, не видел после меда. Вообще изи, пока нас 10 человек, пока нас 9 человек, изи просто, меняйте меня и Римуза, и вы выводите одного мафа. И все. Ты сейчас выводишь двух мирных? И занимаешься хуйней просто, и все. Еще хуже, может быть, если один из вас джестер. Типа, скипать. Скипать. Гоу сердечком. Сердечком только в пикса. Нет у вас сердечка. Флэш как-то слишком агрессивно въезжает. Флэш себя проголосовал. Во флэша, да он может быть этим джестером, лол. Или нет. Ты злой. Лидл злой. Прости, пупсик. Да, сюк. Это обидно сейчас было. Да сюк! Что за жесткие мафы? НДш чешу. Ну, сандашки, злой что-то там.
Двутеринус Пикс. Сейчас будет убийство охуительное, да? А Римус с флешом что-то трутся. Или не будет? Сейчас нельзя подобрать, тут подобрать нет. Только разбросать. Бегал на трупе 3 секунды, немного от испуга за репорты. Может быть, еще бы побегал секунды 2. А где? Электрика, вход в электрику, забегает флеш и еще кто-то. Ну, флеш с Римузом были в админке на скачке данных, потом убежали, в конце в админке остался я и прибежал в Ути откуда-то еще. В админке был флеш твары на яда, и один человек на проводах был внизу, в коридоре. Я убежал направо. Труп нашел. Нет, я не нашел. Ты убежал в админку, или ты с квестов спускался? Подожди. Или он от тебя убежал? Нет, я только забежал, потому что бежал я со связи, где встретился вроде бы с Саймоном. Байтер должен быть убить мафом, и что тогда будет, если маф убивает байта, то сразу репортит. Через коридор в этом раунде. Говорит, автоматом репортит. Короче, я только забежал. Загорается. Не знаю, я подходил к электрике, у меня загорелся репорт, но самого Кева я не видел, но меня Кев как-то видит. Нет, я не говорил, что я тебя видел. Я сказал, что я видел флеша и еще кого-то. Ну, а мы вдвоем с флешом бежим. Я вдали. С кем возле трупа бегает? Я когда подбегал, я видел его. Не, ну у меня движения на Кева не хватает, но Кев как-то видит, что еще один человек, ну ладно. На границе. Блять. Ладно. Давайте, может быть, посчитаемся. Я кто... до этого видел Римуза с Ути в электрике, когда убегал от них. Но Римус откуда-то с той стороны прибежал на саботаж связи. После этого сделал круг через центр и побежал к злому на камеры. Камеры вроде как после связи камеры сразу горели. Подожди, это удаленный килл, правильно? Да. Нет. А почему? Да, почему? Да, да. О чем мы разговариваем? Подожди, а Кев, а в тебя убил? Давайте убился? Не сейчас считаться. Ну я же, так я же в самом начале сказал, что я типа забегаю вот в начало электрики и типа бегаю вокруг трупа 4 секунды. Я думаю, что труп уже там лежит как-то. Я такого не говорил. Мне нравится инфат Кева, в него голосует. НДШ я видел, я стоял в хранилище, я видел, как НДШ бежал с админки. Если там сейчас Римус, то Римус этот пакет. Римус? Где ты, Римус, скажи? Я еще в навигации. Подтверждаю, Римус в навигации. А кто сказал, что Римус в админке? Я двигателя забежал на камеры. То есть, по идее, это не мы. Тварина говорил, что Римус со мной на скачке был. Был. Ну, типа, что он убежал оттуда. Убежал. В конце я в админке, и Вути забежал в админку. Откуда, не знаю. Электрики. Забежал. Из электрики. Короче, хз. Один из мафов точно какой-то жесткий, потому что закрываются двери очень жестко. Ну вот, опять это повторяется. То есть по стратке, да, какой-то играет. Обычно так двери закрывает НДШ или Пикс. То есть один из мафов, вероятно, может быть среди них. Ну, может Кев, кстати. Кев же тоже, по идее, жесткий. Хотя сейчас... Опа, трикстерский свет. Еще поговорим про прошлый раунд. Трикстерский свет в конце был, соответственно. Да, 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 да. Я поэтому у меня еще больше мотивации нажать кнопку появилась. Короче, смотрите, я забегаю в электрике и падает НДШ. Предположительно от меня. Я в самом начале раунда разговора говорю, что 3 секунды бегаю вокруг трупа. И от испуга нажал репорт, потому что увидел флеша еще кого-то, который забегает в электрику. С кем ты пересекался, окей, если это Warlock Hill? Пересекался... Да, в течение раунда я пересекался буквально, наверное, со всеми, потому что я был и в левой, и в правой части несколько раз.
Но больше всего раз я видел как раз-таки Славика, Саймон Липа, в коридоре медбэя и в коридоре коммуникации. Ну, но он, по словам Флэша, бежит. Да. Значит, он не мог на Варлоке убить. Так, Римус вроде под камерами только что бежал. Я по камерам его видел. Римус бежал под камеры из админки, где был Тварина и Флэш, направо и закончил в админке. Вути тоже бежал. О, а где Пикс был, кстати? Пикс прибежал к слому на камеры. Пикс прибежал ко мне на камеры, но я не видел последний момент, типа, Пикса, я не помню. Он мне кажется, и... это Кеф. Но мне так только кажется. Не знаю, не байт. А Тварына мог? Ну, типа, Тварына в админке стоит. Я стою не на столе, я типа отошел с качки, да. Ну, теоретически Тварына мог. Кто-то видел, как ты двигаешься? Вути, может, Вути должен был видеть, но Вути ведь тоже забежал и встал, я так понимаю. Не знаю, по дверям вообще Пикса подозреваю, лол. Типа так двери только Пикс закрывает и НДш. Если что. Нет. Да, достойный аргумент. Кто еще так закрывает двери? Ну, Флэш, может быть. Маугли. Маугли мертв. Дэш тоже мертв. Дэш умер второй. Нет, это не я. Проголосовал в Пикса. Заблуждаетесь. Еще хуй. Да меня не было к первому киллу рядом. Здесь меня рядом не было. Ну а кто не? Ну, Мафии 2 это не аргумент. Серьезно, ну так двери закрывают только Пикс, может быть Флэш, не знаю. Ну... А не, я думаю, что Маф и Пикса. Это полная хрень, я не знаю, как двери приплели. Да легко, просто скриньте, Пикс будет Мафом одним из. Не знаю, Саймон может быть, Славик, который тоже типа так, ну я не так часто с ним играю. Ну, типа, Вути так не закрывает двери, Римус так не закрывает двери, Флэш, может быть, не знаю. Кев, мне кажется, тоже так двери не закрывает почему-то. Хотя, блядь, не надо. Опа, кто там, фиолетовый репорт. Блин, не заметил, кто убил, но убили прямо... Римуса убили на скачке в админке. Фиолетовый это был. Я с ним пересекся только что. Забегаю из столовки на перекресток. У меня тут загорается репорт. В первом репорте Твути. Голосую Изи в Славиках. Второй мат тогда получается Кев, потому что у нас два трупа, а мы с Пиксом окрасняем друг друга. Меня, наверное, Тварына сможет окраснить немного, потому что мы с ним встретились, ну, относительно недавно... возле медбэя. Я побежал в левую часть, там зола не было. Честно говоря, не заметил тебя. Я не знаю, где был злой, не знаю, краснеть Флэша или нет, или то он меня тоже, потому что я злого не видел. Флэш был в электрике секунды низкое три назад, двигатель. Я убежал в нижний двигатель. Блядь, я с тобой. Спасибо. В нижнем двигателе, Пикс. Я не заметил, потому что я квест, ну, с канистры стал забивать. Я в город, ну, пиздит. Скорее всего, нет, скорее всего, Флэш правду говорит, я ему верю. Ребят, у вас вампир был плюс трикстер. Римуза у нас подозревали по первому раунду. Потом по второму он, скорее всего, НДШ укусил на вампире, потому что сказали, что он был в админке. Я на шерифе подошел, убил его под Вути. Вути меня почему-то не видит. И типа, зачем ты просто стоишь тогда на Римузе, если ты не видишь, что... Ну, то мы есть с тобой, ты шериф убил Римуза, правильно? Да. Да. Римуза в любом случае... Размен, да, все равно. Ну, разменивать это я понимаю, я просто говорю, но Вути стоит просто на Римузе и потом не дает... Да я забежал полсекунды назад. Захотел, когда он выходил, значит, я продолбился в глаза, не заметил. Я тоже говорил, что предлагал сердечком голосовать. Че, второй пикс все-таки? Второго я Вути подозревал, но сейчас вроде как он не мог убить по расстоянию. Ну и он бы не... Разве что укус. Хотя не, Вути мог зарепортить на мафию. А вопрос, кого мы выкинули? Почему у меня горит этот? А, это... Понял. Найс, кстати, на байте играем.
Киев и Славик, да, все-таки был? Ох, Киев, хорош, Киев. Люди. Ну, Киев! Конечно, Киев. А, шериф, да? Шериф на Вуте проверил. Красава. Черт. Флэш, мы с тобой так и знали, что Римус-то маф. С первого раунда. А кто Маугли убил? Я. Саймон. И ты винтанулся, типа, в столовку, а не в этот? А да. Двери кто так закрывает? Саймон а так двери закрывает, да? Да так, дворы, да, так, только ленивый не закрывает, только мне, двери да, уже. Не, я понимаю, что вы все киберспортсмены, там вот это натренились. Только ленивый. Я наоборот, Саня, я наоборот перестал так закрывать. Ну я понял, но... Меня сразу начали подозревать. Я врубаюсь, врубаюсь. Видишь, типа так все равно ж можно, типа, байтить мафов, чтобы тебя вкидывали. Ну да. Да, если что, там в навигацию нельзя было винтануться, там кто-то квест не сделал, и мне пришлось в столовку винтоваться. А чё, гол? И гала хп? Ничего, нормальные шансы были либо, если бы ты типа не спалился. Но, да я Вуча не видел, он с канистры бежал, и я его не видел. Было, если бы у меня был шериф, у меня было в целях, типа... Блядь, ну хорошо, давай, давай идти на рекорд, игра, давай. Не говорил про убийство шерифом. Ну, типа, что ты убил шерифа. Всё, давай мирно всегда, блядь. Давай, блядь. Давай, чтоб я сгорел, блядь, совсем нахуй. Подушите мою жопу! Ресин, спасибо, что за подписочку. Очередной, ребят, мирный крюмейтик. 19 подряд. Репорт. Кайф. Вы настолько его хейтите, что даже не репортите. А я не знаю, что за хейт. Короче, я в пинке лежит. Он секунду назад упал. Ну, я забежал, успел забежать из столовки и встать практически на труп. Он уже лежал, то есть больше секунды, явно. Ну, он упал секунду назад вот, для меня. Я как бы... У нас перед игру идем на рекорд. ...злым в админке. И, ну, он... Я так не понял, честно говоря. Кефа вроде бы выбегал из админки, вот когда я туда забегал. Потом я сделал карточку, смотрю, что Кев обратно забегает, я злой, и я стал на админке, на секунду глянул, увидел сейчас двух человек в реакторе, вот это я запомнил. Один из них я. Блин, я только что зашел в реактор. И как раз увидел, что вот Кев меня падает, он забегает. Я в навигации. Славик, да, зашел. От тебя падает все-таки? Я не знаю, то есть, возможно, когда он... Каким мафом ты хотел быть? Да я, ребят, не приходится выбирать, и скриньте, если дадут мафа, я еще обосрусь на мафе сразу, потому что редко играю на мафе, нет практики. Чтобы мы посчитали. Не знаю. Ну, справа через верх я видел только одного Римуза. Наверное, не хотел быть... То есть, ну, не мог быть он. Удаленщиком, наверное. В админке вот на трупе стоят злой и Маугли, и я прибежал сверху из метеоритов. Не знаю, видел Гессер, прикольно. Я подбегаю к навигации через низ. Со щитом. Маугли пиздит, думаете, может быть? Я со сторожа в электрику забегаю. С админки. А я шампанское приготовил, ягерск, бисквитовый. Надо напрячься, на вспомнить, кто в админке был в начале еще. В самом начале был трезвая я суббота, и Маугли в админке, еще до того, как туда забежал Кир. Нет, я чуть позже забежал. Я изначально правда Кирас сделал. Нет, типа, надо пробежать по новой, и оно ну, запомнится. То есть не это сначала Маугли. Надо будет начинать. Трезвость и концентрация. Да, это я. Вычислил меня Римус. Он слишком это не хочет. Не уверен, говорит, я не знаю, что произошло. Я не. Эмоционал вычислил. Я просто это, я прогасал в Маугли по эмоционалу. Рядом с собой. Да. Согласен. Мне кажется, он жесть. Пора вывести его. Мафы не докинули. Короче, это мафы не те люди, которые в реакторе тоже. Крепкие мафы вообще. Мирный вроде. Вроде? А, проскочили. Изи. Так, розовый с черный, литва злой забегает. Да, розовый с черным.
как тут Римус оказался. Свалил пешочек, чешу. Рано зарепортился. Может быть, на автомате видел, что кто-то подбегает сверху к трупу. Ну, короче, Римус упал об меня. Килл Варлока, потому что по таймингам никто не мог с ним пересечься, как вампир. Пересекался за раунд с Вути, с НДшем, с Маугли и, по-моему, с Пиксом. А ты, типа, вопрос, ты сейчас, типа, отбежал от трупа? Я просто видел, как ты подбегаешь к трупу. Ну, типа, нет, я, типа, бегу, он падает, я вижу, что он у меня за спиной, типа, от меня падает, я возвращаюсь, и ты сразу репортишь. Грубо говоря, ну, максимум секунда прошла. Ты еще мог... Ты еще мог со Славиком пересечься в правой части. Ну, то, что был, его на той справочке. Я полу, не знаю, я пересекался с тем, с кем был в начале на метеоритах. Это был Маугли и Вути. Сейчас в правой части НДш, Маугли, Славик, и мы трое двигаемся. И потом был Пикс, который чекал. И Пикс, который чекал меня на кислороде, и НДш, который забегал, когда я выбегал из навигации. Пикса еще... Я не помню, что пересекал. Пикса еще видел в конце, он пробегал в хранилище, да, в районе канистры. Я увидел троих в хранилище. Это как раз были, видимо, Флэш, Тварына и Римус. А я побежал чекнуть и, собственно, почти добежал листики выкинуть. Ладно, ребят, давайте дам инфу. Я сейчас выбегаю из О2 и смотрю, что НДш вот в коридоре навигации стоит просто на месте недалеко от меня проводников. До этого видел Славик, я двигался. Килу секунда, НДш, килу буквально секунда. Я встал буквально на полсекунды. Но вот столько НДш и килу, Саня буквально сразу зарепортил на рефлексах. Камеры вроде горели, должны были... Камеры горели, да, НДш стоял последнюю секунду. Последнюю секунду, да, вот. Прям под камерой. Ну, вот последняя секунда, я думал, что меня укусил либо Славик, либо Маугли, потому что Славик там внизу стоял, а Маугли там пробежал так около меня. Я думал, они меня укусили, поэтому стоял под камерой. А где НДш был в прошлом раунде? В прошлом раунде в меде был. Там раунд был очень маленький. 10 лет фоллоу, жесть. Да. Это уважаем, алдам здорово, как говорится. 10 лет, я видел его, по-моему, в меде. Я из меда. Получается, два удаленных килла, что ли? Ну, если что, мафы меня докинули. Не докинули, получается? Не докинули. Докинули они в меня, в тебя не докинули. Наоборот. Двери не закрываются. Славик, Пикс, реакторы двое. Дэш на камерах. Короче, что-то мне кажется очень сильно, что Вути маф. И как тебе так кажется? Что он прыгает по люкам. Я прыгаю по люкам. Я не прыгал по люкам. Я был с НДшем в реакторе. Я потом был с Мау в электрике. До этого еще движки поправил. НДш, вы вместе выходили? Нет, я встал на камеру и чекал. Ты видел, как Вути выходил из реактора? С реактора, да, он выходил ко мне. Но не, он меня чекнул, а потом куда-то убежал, я не заметил. Куда в нижний двигатель, и потом ушел в электрику. В электрике видел Злого и Маугли. А ты закончил в электрике, да?
админки я закончил. Ну ладно, может быть я заблуждаюсь, может какие-то пинги дикие, но мне показалось, что был прыжок из реактора в нижний двигатель. Нет. Ну, у меня хоть раз был мафом, нет, у меня не стрих в моем исполнении, на крюмейтике, на мира, нам что-то 19 или 20 странно, уже странно. Каток подряд. А может быть инженер? Гессер, проверьте. Я не инженер. Блин, у нас по инфе, короче, получается, что у нас два удаленщика. Так не может быть два удаленщика. Может быть. Нет. Но... Нет, не, не может быть. Удаленщик один может быть максимум. Вы поставили такую настройку? Да всегда так было. Да, да. Не, всегда, всегда так было, что два удаленщика быть не может. В первом раунде там либо 20-я юбилейная получается. Слово проклятое. Кайф. Ну, Маугли, тебя скорее. Потому что я был на карточке, я вышел с карточки, и труп уже лежал. Маугли молчит, кик его. Маугли по первому раунду, я помню, был подозрительный. Я не помню, типа он как-то сбивчиво говорил. С МДшем пересекался, которого я действительно подозреваю по второму. Соответственно, я подозреваю, что его укусил Вути либо Флэш на вампире, ну либо Маугли. А второй кил, скорее всего, зарезали рукой. Не, второй Флэш там бежал с шарупой. И Флэш руками. Второй кил Саня бы видел, если бы я резал рукой. Ну, типа да. Ну, есть еще вероятность маленькая, что кто-то на шерифе проверился из них по мисклику, но я в это слабо верю. Не, там никто не проверялся на шерифе. Этого Маугли в химках видел. Деревянными крюмейтами торгуют. Нормально. Жестко. Получается, Вути на удаленчике меня убивает. Руками Флэша. Марлок. И Маугли второе. Блин, Маугли, что видишь, не зря я по первому раунду. Упал подо мной на закачке. По камерам это, по идее, должно было подозрение быть видно. Подозрение было. Я побегал на трупе. Вути не подозревал вообще. К сожалению, не видел момент падения. Ну только вся херня я в том, что... Я встал на камеру слишком поздно. Вся херня в том, что по подозрений Варлока я не пересекался с НДшем. Да, и я сейчас в электрике был. Мне навстречу бежал Маугли, а Тварына стоял на заливании бензина. Маугли, если что, они забежал Шарупа, в мед. Маугли бежит из админки, не знаю куда. Шарупа умер на закачке в админке. Маугли сразу слился по разговору. Ну да, Маугли, когда на мафе играет, он меняется в речи совсем. Он начинает меньше Маугли пытаться пипс разбираться. А мной над менее медом уверенно говорит. Я бежал только над медом, да. Часто, да, меньше прям в принципе говорит. Вути я вижу по камерам. Но не всегда, не всегда. Так, ладно, где чадик. Где ты меня видишь? Пойду чайку, не что ли, знаю, поставлю. Не знаю, где я тебя вижу, в каком тачке. Сейчас вернусь. Я, короче, нет, я еду в закрытое хранилище сейчас. Там, короче, какая-то камера гоблинская включилась, и там Вути бежал. А ты злой вместе с Вути починил реактор, да? Нет, я с шарупой починил реактор. Нет, я прибежал на камеры буквально секунду назад. Пересекся с кем-то, вот кто бежал с верхнего двигателя, не знаю, кто это был. Я только что бежал, я видел, как ты зашел на камеру, как под электрикой. Но подтвердить, что фиолетовый сейчас двигается, я не могу. Хорошо, я, если что, меня никто не может подтвердить, потому что я забежал только что в мед, и я там один. Но меня могут подтвердить по прошлому киллу, когда был удаленный килл где-то там в электрике. Я был под камерами, меня видел НДш, к которому я подбегал, который стоял, и меня видел злой на камерах, что я бежал в коридоре. Прошлый килл был в карго, а не в электрике. А ну, я забыл, где. Пикс бежал, это не мог быть Пикс. Я тоже бежал, меня НДш видел. Я, блин, ну, я не знаю, на самом деле, то есть у нас вроде как все всех окрасняют. А что по прошлому раунду было с Вути?
По прошлому раунду я вот как раз пришел с реактора через электрику в админку. Вуди по этому раунду злой крысят, они в принципе могут быть парой. Либо еще, кстати, не знаю, флеш плюс эндэш, что ли. Не знаю, может я туннелюсь, но как по мне, флеш уже второго рукой зарезал. Так, и что, тут никого не кикнули, да? Ну, хороший шанс для мафа получается. Вуча хорошие киллы, получается, делал. Его не подозревали по удаленному киллу, по крайней мере, до этого раунда. Тут я обсуждение прослушал. А в Маугли были подозрения, по-моему, да? Все-таки не только я. Кто-то еще, по-моему, вкидывал. Но при этом есть шанс. Весьма неплохой для мафов. Ой, ребят, труп под электрикой. Саморепики пошли. Второй труп в электрике флеша. Его убил я. И я знаю, что Endash Security Guard. Я его убиваю. Жестко! Красиво, вот это красиво. Я вам говорил, это Маугли сразу. По первому раунду Маугли нас спалился. Вот и красава, не палился. Хорош. Я не прыгаю. Ой, ну басы, да, в смысле, мафы красавчики. Слушайте, а кто хост? А какая разница, когда шерифа и мафа? 1 секунда. А, или нет, 2.5 секунды. 2.5, да. Так, все, я надеваю боксерские перчатки. На трупе, да, наверное, блядь, не бей. Пошли по одному. Ну, 3-4 секунды, 3-4 секунды. Они тебе помогут. Гений получился, да, Маули красиво бахнул. Ну, то есть, Вути тоже. Надо раньше репортить. ГВП. Ну, все киллы, если что, Вути делал удаленно. Хорошая игра. Понимаешь, Зло, я же не знаю, сколько стоит секунд, типа, расстояние. Так всегда стояло 2.5. Сколько сапогов? 2.5 секунды? 4 секунды всегда стояло. Между шерифом и этим? И мафией? Да, при чем тут шериф? Я говорю про варлока. 22.5 и 25 секунд. Да я про варлока 27.5. говорю. Варлок 4 или 5? Сколько секунд не двигается нет. Варлок играю. После килла? 5 секунд. Ну заткнуть нахуй, блядь. Пикса на щитах. Откуда прибежал Римус? Я прибежал с правой стороны в электрику, и там был Кев и Чарупа. Ну да, откуда именно ты прибежал в электрику? Да, я сбрасывал листья с правой стороны. А что? Сбрасывал листья в О2 или? Да, в О2 верхнем, да. А как и... ты пробежал, не увидел пикса или что? Потому что, видимо, его там еще не убили. Может быть. Окей. Я был в самом начале раунда в реакторе, там было очень много людей. Один из них эндэш. Кто еще? Можно дать людям алиби, типа, потому что к пиксу они не могли вообще никак подобраться. Эндэш? Я весь раунд был в админке. Сори, я немножко не спасибо большое. Наконец-то. Килл Римуза. Вот. Потом забежал на склад, меня забрали в складе. Ну, двери на складе действительно закрыты. Видел Маугли, который долбится в двери склада снизу наверх. Я бы в лете прибежал сейчас в админку. Я один в навигации, там камера работала вроде. Вот это, кстати, типа вранье, потому что... Кто именно? Что именно вранье? Видел кто-то, как Вуди забегает в навигацию? Ну, камера, говорит, если работала, то пока... Камеры работали, когда я забегал в навигацию, и в навигации никого не было. Я видел, как флеш выбегает из навигации, но как Вути забегает, не видел. Извините. Вути, откуда ты забежал в навигацию? С оружием. С мечаритов забежал. Я почистил там люк, отстрелял мечарит. Слушай, я не понимаю, почему вот люди слева, вот один человек стоит на камерах. Эндэш, ты где стоишь? Да я около тебя на камерах. Я стою на камерах, и ко мне НДЭш зашел последний пару секунд. Хорошо.
Вот, эти два человека не делали килл. Мы с Саней тоже его не делали, потому что были в электрике. К нам забежал Римус. Один, ну, Римус подозреваемый, но... Потенциальных, да. Потом Флэш бежит из по коридору навигации вниз, встречает этого, блядь. Почему я подозреваю? Встречаю труп. Ну, потому что ты был, типа, ну, в тех краях, лол. Каких? Ну, где упал Пикс? На счетах? Ну, смотри, где он упал? На счетах вроде говорят за репорт. Ты пробегаешь... А, на счетах упал? Я, то есть, был, типа, в правом верхнем углу, и я подозреваемый, да? Ну, ты пробежал же через эту локацию, ну, типа... Ты... Я не бежал через эту локацию. Ну, хорошо, тогда пусть Маугли даст тебе алиби, что ты там не бежал. Я сейчас вас перехуярю всех. Не надо. Да ты охуел. Вот и первый маг. Да ты охуел! Это Варына, Акеп. Да ты охуел! Работайте с ним. Я подозреваю, что второй маг. Да он охуел! А, ну, может быть. Может. Он сказал, что он весь раунд был в админке. За чайку. Получается, он вышел, его закрыли, и как-то тоже двери были закрыты с двух сторон, и он не видел... Поиграли на мафи чат. Я видел, как Маугли выходил из админки, когда он выходил, закрылась верхняя наверх, в столовку дверь. Потом он зашел в хранилище, закрылась дверь в хранилище. И он бегал по хранилищу, добился верхнюю дверь. Странный. А никого не смущает, что Римус убил тварыну, который не мог сделать первый килл, и говорит, что он был мафом? Ну, почему? Это... Для меня вполне нормально. Кефа краснеет тварыну, а тварына Кева, они вбрасывают в меня. Я был вообще в другом месте. Для меня это нормально. Но я Римуса разменять хочу. Однозначно. Римус был подозрительный. Только не голосуйте все, 90 секунд, парни. Не все голосуйте. Давайте поговорим еще. Да, давайте поговорим. Про первый раунд. Опять же, Вутин дэш слева, тварына Кев. Ой, блядь, Вутин не слева, Кев. Я в навигации. Вути — это человек, да, 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 который говорит, я Саймон, что он Саймон слева, в навигации. Ева 200, Юнус и Зая плюс чайник. Он убежал. По идее, на секунду раньше меня, я пробежал кислород, потом навигацию забежал, там никого не было. Когда я забегал в навигацию, камеры горели, я выбежал из навигации, пробежал вниз, и там лежит на щитах труп. И вот Вути убежал с оружейки вниз раньше меня, и вот оружейка, кислород, навигация, щиты, пока я этот маршрут пробегал при горящих камерах, Вути там нигде не было. Я позже убежал, я вверх ушел от метеоритов на закачку. Тогда тебе Саймон должен дать алиби, что ты побежал в метеориты после этого. Нет, он должен тогда ему давать алиби, что он забежал в навигацию якобы после меня, но в оружейку он не вставал на закачку. Так, я его еще и в разведке кипали. Пока на... Сычара. Но вот плохо. У нас получается два подозреваемых, Вути и Римус по первому киллу. Римуса разменивать по киллу тварины, да, сейчас. Да, и мы выводим одного мафа сразу, типа, и выводим шерифа по второму. Четко. Или уже шериф. Ждал этих, ну, комментариев. Да, честно шериф. Сказать, на крюмейте, ну, да, у конечно. Тебя лучше это выходит. Так, типа, ну... Подъехала, ребят, аналитика. Ладно, давно не было. Давайте разбираться с аналитикой аналитической охуенной. Во-первых, конечно же, я, ребят, плохо играю, не стремлюсь, не рассказываю. Но, сука, как, блядь, у тебя лучше выходит та злот? Я понимаю, что ты, типа, вбрасываешь так. Килл был охуенный, чистый, красивый. Римус в меня въехал просто потому, что, блядь, ну, захотел и въехал. Просто for fun, как говорится, стечение обстоятельств. Поэтому настолько cool story, Боб, что... Ну, ты понял. Как говорится, пиздёж отклонён. Так. А где злой был в первом раунде? Я, кстати, не припомню, чтобы про него кто-то говорил. А по какому он базару въехал? Я был в медиа. Чё вы лепите? И потом чат. Забежал в админку, видел Маугли. Маугли мог меня не видеть через... По каким счетам, лол? Я было видно, дал информацию, которая обсуждалась во время раунда. Сначала верхний, ты выбежал и зарепортил труп, да? Да, чё тянуть? Будете надо голосовать, значит.
Нет, то, что ему залетел красиво, кто спорит, лол. Причем в той момент. Красава. Ну, типа, что так сложится, ну так сложилось. Смотри, я не понимаю, почему. Ты говоришь, ты весь раунд стоял на админке, выбежал на секунду в хранилище. Закрылись двери, тут, как ты бы... не видел ни винта, ничего, и... Базара ноль? Ну, и там труп лежит. А где я должен... Труп не на админке, труп в щитах. Труп в щитах. Ты на него начал гнать, он тебе в ответ. Ой, все, чат разобрался, сказал, все, ребят. Сказал, труп... Все, все, все. Плохо сыграл на базе, извините, пожалуйста. Простите. Нет, я не репортил труп. За плохую игру. Там еще может быть флеш, типа... За плохую речь. Так, для меня между Вути и Эндэшем два джестера уже. Мав джестера боится, да? Да. Угу. Не знаю, у нас просто очень много квестов, блядь. Если не хотите, типа, ну, боитесь джестера, то давайте. Если бы ты был верным, а Римус у тебя на шере так бы вот... У нас один маф, по идее. Римус в любом случае резал, мы его разменяли. Хоть он шериф, хоть он маф. Давайте, короче, так, не репорти киллы, гоу, типа, спидраны этих квестов. Отличная идея. Да, у нас одна мафия, и он не баунти хантер, скорее всего. Вот раним. Хорошая попытка, Кев. Блять, раскусил. Чё обсуждать тут? Творы нам убас, Римус, ребят, боженька. ГВП, смотрим дальше за игрой. Я вот этим раундом так иначе доволен своей игрой. Ну, а то, что... попал шериф меня, ну не повезло. Я примерно так это оцениваю. Но получилось круто, даже не обидно. Быстро так сливаться на мафию. Ну все, еще 20 крюмейтиков ждем теперь. Стрик крюмейта был 20, да. А способности морфлинга, он может на снимать столовки, цвет другого игрока, ну типа выдавать себя за другого. Я стоял на админке, я как раз сейчас побежал в электрику, я видел, как Кев стоит на проводках хранилища, и Маугли ко мне зашел. То есть я там их вдвоем оставлю. Это включая прошлый стрим. Видел, типа подряд вот был прошлый стрим, полностью был мирный, и сегодня вот был мирный до этой карты. В админке, бежал в электрику, попутно заполнив канистру. Саша, ты любишь китайскую еду? Я могу есть китайскую еду не всю, сказать, что я люблю, не могу. Я уже успел бы навигатор добежать, делать. Но могу поесть. Энкор 2... Ну, 20-13, спасибо за подписочку, за 3 месяца, добрый вечер, господа, всем бобра. Секунды 2 назад Маугли не мог, да. Он сейчас только что заходил в электрику, то есть... Я подозреваю в электрику. Ну, я за раунд, на самом деле, со всеми почти пересекался. Но Саймона я вижу, Эндэша я тоже вроде только что увидел, по идее, он не может. Флэш репортит труп. Где Бути находится? В медичке, до этого с Эндэшем был где-то в районе... Римус 0 из 9. Ну на шерифе тварыны, у тварыни, у на мафия. Если я маф, то можно по мафа, потому что я не мог первый килл сделать. Почему морф, ребята? Маугли стоял на админке, Кев стоял на проводах. Маугли, выбегая из админки в сторону электрики, спокойно режет. Какой морф? Сколько секунд? Может, типа больше, чем 2 секунды. Но ёб твою мать, я же стою на квесте, я же не считаю, сколько секунд прошло. Может, надо считать. Два морфа бегают в одной хранилке, точнее, между хранилкой и админкой, это пустой. В смысле два морфа? Маугли за... Ну, Маугли и морф, имею в виду. Я не верю в морфа. Можем скипнуть, подождать, пока он еще кого-то зарезать. Мы по-любому играем при одном мафе. Давайте скипнем, да. Но подозреваю, что если морф... то между, ну, скорее всего, злой, может быть, Вути. Эндэш, ты Вути окрасняешь? Вути, да, со мной с левой части был. Ну, сейчас я не знаю, где он, но он, скорее всего, не успел бы.
Хорошо. Короче, для меня либо злой, либо флэш самолет. Либо злой вор. О, надо, знаете, что? Двери попробовать позакрывать, потренить. В кои-то веки. Что Маугли затащит за мафов? Может. Маугли сильный. Не дал Маугли побаловаться. Обидно. Ну, ладно. Алоби Зрилов собирается иногда аж поиграть захотелось. Ребят, восклицательный знак Discord. Там каждый день игры. Также залетайте, может даже сейчас играют, не знаю, помимо нас еще. Ну не, паблика нету. Ну по вечерам обычно собирается. По идее каждый день. Плюс-минус. Так что подписывайтесь на Discord сервак. Получайте роль там в Амонге. Там, я думаю, разберетесь, вам подскажут. Че к чему. А, Римус все-таки решил квест поделать? Да, я их сделал, да. Ядритый жесткий Римус, конечно. А что это за гениальный влет, кстати, Римус, над шарубом? Расскажи. Понравилось то, что в меня влетел ты вместе с Кевом. Самое смешное, что действительно меня убил шаруб. Да? Ну а килл был отличный. Лакерок на этом. Если бы меня не кикнули, я бы... сразу же влетел в Кева. Молодец. Да, но Кев не был мафом. Кикнул бы сам себя, по сути. Но я одного-то я уже кикнул, так что ничего страшного. Жестко. А я, короче, морфанулся в Вути. Причем у Злова на глазах, думая, что я его заряжу. Я же говорил, он специалисты в чате. Но он нифига не увидел. А Кев, получается, тоже маф. Всегда на шерифе в следующем раунде влетайте в те, кто вас подозревает. Я прям убил Вути. Потом еще НДши догнал нижний. Ведь движки. Это достаточно. Кстати, Пикс поставил. Мотивация просто... для проверки. 2-3-5. Удачи. Удачи, ребят. Кто, кого не хватает? Кого не хватает у нас? Кого не хватает? У нас 9 из 10. В принципе. Вуки. Все как бы сошлось. Ну, не хватает совести у Римуза. В смысле? Но это не отсюда. Если вы предлагаете чекнуть Римуза, не, я чекаю обычно по подозрениям. Типа просто влететь в дед. Да-да. А не про то, что, ой, мне не понравилось, что на меня кто-то пиздел. Ой, он на меня пиздит, давай я, короче, в него въеду. Не метод вообще. Ну, если ты попадаешь, то ты красава. Человек, который говорит полную хуйню, где я не был. Что за бред? Злой, а ты реально зарепортил? Нет, бля, это зло. Такой ты под этот... Пикса? При каждом удобном случае пытаешься подъебнуть воры, но у тебя не получается. Я все напутал, короче. Ты даже три раза сказал, что я на щитах зарепортил труп. Там, если что, варлорд пишет в чате. Шутки, Римус всегда адекватно решил. Ну, я не говорил, просто АФК. Римус самый адекватный, ребят, игрок, который принимает именно адекватные решения. Это вот адекватность и Римус — это синонимы.
Подождите, стоп. Я так понял, тут у кого-то вопросы, типа, ко мне, что я нечестно играю, может, там, блядь. Тихо. Ну, стрим снайпишь, ну, с кем не бывает. Не, вот, к вам двоим конкретно, вот, к тебе, Маугли, к тебе, Шарук. Тихо. Меня нет вообще, я где ты, я спрятался. Что ты хочешь? А то Маугли, Маугли, а у тебя что, ты поднял... Стрим офни там, как бы, это, и ебало тоже, хлоп, извините. Было бы неплохо насчет стрима, как минимум, рассмотреть. Ладно, давай сюда, подошел, бля, рэпер, что ты, давай, бля, давай. Давай. Ну куда ты с кулаками? У рэпера точно ствол есть. Да, блядь, водный у него ствол есть. Да, кстати, водный нормальный есть. Так, ну все, ребят, работаем, проверяем, блядь, Римуза. На похуях чисто. Ну все, кикайте. Зачем ты убил Кева? Ну все, я понял. Ладно, я расскажу свою историю. Я побежал направо, ну, собственно, это необычное для меня движение. Спустился вниз и слева от связи, да, ну конечно. Слева у нас от связи лежит Кев. Римуза, когда свет включался, видел в навигации. А кто к нам прибежал в Ути? Мы бежали с Ути на свет, а кто-то нам прибежал в электро. Злой пришел. Злой. А откуда ты пришел, злой? Я пришел из столовки. Я стоял немножко дольше. И... А, то есть ты типа сверху, да, бежал, не справа? Я на камерах видел, как Маугли с админки спускался в хранилище, в теории он мог. Mm-hmm. Это было секунд 7-10 назад. Но я Маугли видел, который поднимался откуда-то с админки хранилища вверх в столовку. Ну да, я спустился на секундочку, но потом развернулся и побежал в столовку. А килл на щитах, да, Римус? Или на... Слева от них. Ну, над связью, да, получается? В коридоре. В коридоре, да. Откуда ты знаешь, Маугли, где он точно? Так ты же сказал. Ага. Так. Шериф, проверьте, пожалуйста, кого-то. Римуза. Ну, я видел Маугли, который спускался, но потом он действительно поднимался, но не прям через секунду. Блядь, ну, проверим. Закончил он в О2, насколько я помню. Видел, как Римус спускается, блядь, вниз и сразу же зарепортил. Да я бы не успел никого подрезать. А Вуди с Тариной под ручку бежали? Да, мы бежали под ручку, окрасняя Вуди полностью. Вот и еще видел в районе админки, то ли НДШа, то ли кого-то. А откуда Вути, кстати, бежал? Потому что с админки я видел Тварена. Ну, он бежал сверху со столовой. Мы с ним, ну, практически с перекрестка Т-образно. Не Т-образно. Ну, короче, под камерами мы встретились, выключился свет, и мы за ручку бежали до электро. Вути не мог делать. Пикса я еще. А, я Пикса видел справа. Я же говорю, в навигации я был. Я бежал сверху. Так я сразу сказал, что когда включался свет, я Риму завидел в навигации. Он убежал вниз, я за ним побежал через пару. А, секунд. Так ты бежал за ним, да, то есть... То есть я не видел, откуда Римус пришел. Я пришел с метеорита, встретил его только в навигации. Получается, Римус саморепит. Короче, подозреваю самореп, да. Конечно. Римус вряд ли самореп, потому что он действительно по правой части делал квесты, это делал на видео на камеру. А, типа, и как только он спустился, сразу же репорт нажался. В байта попал. Ну, разве что так, да. Конечно. Пизда тебе, блять. Или мне. Ну, давай. Хочешь, я тебе положу вот это? Любишь чеснок, кстати? Да. Я тоже люблю. С борщом. Чеснок. Все по правде? Я самый красный теперь. Сука. И мне пизда. Паунти Хантер, да, злой все-таки. Да прям при мне было. По-моему, на шерифе Риму запретил. А не, ну, должен был. Должен, опять? Блядь. Опять? Маугли Джастис. Опять? Там. А это было опять? Получится злой, да? Скорее всего, сделает этот килл. Что там был? Да в Паятане, короче, в этом, в чесноке, и Тварена проверяется у Римуза.
А, именно проверяется? Я думал, у Римуса... Ну, я не видел Адибаса вообще, что... У тебя же на скине это швабра есть, что ты не затер? Не смог. 2-0 в пользу Римуса, получается. Главное, так искренне. Что клинер делает? Клинер. Хотел. Кстати, лол, будьте реально клинер. Кто был тогда охренеть. В первом раунде? А, трупы может стирать. Да Маугли. Клинер со шваброй, да. Это Маугли верный. Тогда Маугли. Это понятно. Не, вы чё? Маугли побежал сразу из админки наверх. На семерых можно. Добрый вечер. Близко не подбегал. Татусёвые. Татусёвые. Я скипнул. А туси на месте. Я тоже скипнул. Я тоже скипнул. Витанечка. Сейчас мы 8 скипнем. Скипаем, да? Ну да. Так, ребят, вы... Польским друзьям. Приняла ролички Маугли. Чё Маугли только? Маугли, красиво, красиво, Маугли. Джейсон, четко сработано. Красавчик, красавчик. Ой, хорошо. А чё, злой убил, да, на Баунти Хантере? Да, я убил. Понятно. Бути, так а чё ты не заклинил? А Бути чем реально мог заклинить? Он клинер был. Да-да-да. Да вы не смог. Блин, признайтесь, вы же не поддавались. Вы знали, что я Джестер специально проголосовали. Конечно. Да. Конечно. Да. Конечно нет. Я знал. Я же стрим снайперю. Не, ну спасибо, спасибо. Приятно. Зачем единогласно пришел. Ну блин, никак не получается выиграть по-честному. Катка, да, неплохая. Опа, ребят. Контент надо опа, на стриме спилить. Теперь мы G-стрим. Наша задача, чтобы нас кикнули. Чё стоим? Кого ждем? Забежал в админку, меня падает злой. Я типа тусуюсь на месте, ты прибегаешь, репортишь. Ну, наверное, так и было. Короче, прибегаю снизу в админку, там лежит труп, и шарупа, ну, шажок влево делает от него. Ну, как бы, ну, не, он прям на нем был, да. Хорошо, Тварина, с кем пересекался за раунд? Ну смотри, я побежал направо, пересекался в 2 с НДшем, по-моему, Римус был, на метеоритах были Вути и кто? И Флэш. И Флэш, вот эти люди, по идее, только с ними. Ну мы сейчас на реакторе с Маугли, мы бегаем, и Славик стоял на реакторе, но он мог, то есть, удаленным быть. Зачем вы бегаете, когда его надо чинить? Не, так мы бежали. Нет, с Славиком я не пересекался. Да. Еще я раз, НДш, Римус, Флэш и Вути. Я отбираю сейчас от метеорита, Вути стоит. Я бы два ушел сейчас. Я бы типа два. Я отбирал, ты стоял на метеоритах. Может, Вути, ты подтверждаешь, что Флэш сейчас двигался? Нет, Флэш остался там, я ушел вниз. А Римус нет. Что-то скажет? Я бегу в сторону реактора. А с какой стороны? О2 верхнего. И кто-то Римуса видит? НДР же сказал, что они вместе бегают, разве нет? Нет, мы смогли. Ну я увидел кого-то, кто спускался с верхнего двигателя, видимо, это... Да, это был я. Ну хорошо, то есть получается у нас нету алиби у Римуса, и у меня разноцветные. И Вути, если мне только что его дал Тварина. Вути, если мы только что вместе стояли и включился реактор. Подожди, в смысле я тебе дал алиби? Каким образом? Я наоборот сказал, что типа это Варлок Килл, вероятно, и мы с тобой пересекались. Как я тебе даю типа алиби? Так, все, я вообще все, окей, все. Типа. Ну, смотрите, короче, у нас решайте. Варлок возможный между Флэшом, Вути и Римусом, причем, скорее всего, мне кажется, что это между Флэшом и Вути именно. Также не забываем, что есть вариант еще килла ручками от Тварины, но мне кажется, это мало вариант, но может быть тоже. Зитком, спасибо за подписочку, Валком. Подушите мою жопу! А в Славика что кидают? Славик сам всегда кинет. Четыре голова, блядь. Кеф, ну чё ты, блядь? Мёртвые молчат.
На водоплыве лежала. Блин. Блин. Да я кого-то в темноте только что встретил выбегающим из навигации. Ну это я был, если что. А, ну там Римус лежит. Но Римус был жив. А ты забегал, я тебя видел. Твой цвет. Интересно. Я, кстати, не знаю насчет, прошел ли тайм-аут Варлока или нет. По идее, нет. Хотя... Потому что... Короче, когда я забегал, кнопки... Я кого-то встретил, я пытался понять, кнопки репорта не было. А, прошла секунда... Давайте как-то подробнее про ситуацию. И... Короче, в навигацию забегаю, в темноте. До этого, короче, бежал из метеоритов. Там вот два забежал, там в Ути. Я с ним пересекся. А, он в квесте или не знаю, не в квесте. Короче, набегаю дальше в навигацию, на меня навстречу кто-то пробегает, я не понял. Мне показалось в плаще. То есть, я да подумал, я это был, Римус. Говорю. Я понял, понял. Я говорю, как показалось. Я пытаюсь понять, что к чему. Через секунду загорается репорт. Я подбегаю чуть выше к квестам, там Римус. Ну, с моей стороны, опять же, я, короче, в навигации делаю квестики, уже при выключенном свете забегает Римус. Я выбегаю, и на входе пробегает Пикс. Вот, и через какой-то момент, через пару секунд репорт. А по Маугли есть инфа? По Маугли нет инфы. Где Дэш, Флэш, Славик? Я за этот раунд успел только зайти в метод, сканиться, сделать колпачки и все, раунд закончился. Я зашел в админку, с админки успел добежать только до щитов. Я был в админке, сейчас зашел в электрику. Там остался только центральный переключатель, чтобы починить. Я стоял на скачке данных, видел, как Вути и Римус бегут в кислород, а за ними идет Тварына. Мог ли быть в первом раунде это укус от Вути, а не Варлок? А, укус маловероятно, потому что... Ну, я не знаю, правда, где был Литл Злой до момента нашей встречи, так сказать. Но... То есть, типа, если как вариант, что Злой забегал прямо перед тобой, упал, и ты забегаешь за ним и видишь уже труп... Ну, теоретически, да, такое стечение обстоятельств может быть, но он прям, типа, на мне падал, если что. Я не знаю, где он был до этого. Мне эта инфа не очень нравится от Флэша. По первому киллу, если это Варлок килл, Флэш и Вути, напомню, были подозреваемы. Ну, вот Саня, Саня, а это не может Римус в тебя врезаться, и ты просто труп провтыкал? Нет, да, у меня бы загорелся репорт, наверное. Нет, Тварына раньше выбежал, чем у меня загорелся репорт. И, кстати, Кеф, сори, мне показалось, что тебя убили в первом раунде. Я не парься, лол, забей. Бля, два раза рядом с киллом, и что-то... Что у меня флеш? Я не знаю, Вути горит, появился. Больше я флеша подозреваю. Надо как-то убить снова кого-то на этом. Обидно. На джестерке нас это положили. Кеф вампир получается. Ну, видишь, течение обстоятельств реально, то есть от меня упал Литл Злой до этого, ну то есть по таймингам так получилось, что он с Киевом пересекся. Не повезло. Дают играть, Саня, что за абьюз? Да в смысле, ну, наоборот, нормально играю, почему не дают? Римус опять на шерифе. О, он реально проверился в меня? Так. Секунд 10. Он реально в меня проверился? А ну, Бася, кто прибежал снизу, с нижнего реактора? Славик, Эндрэш, Кев. Почему у меня репорт не загорелся? Или он в пикса проверился?
Да, но Славик последний, он немножко там двери нас в нижнем. Хотя нет, подожди, его, наверное, двери, все-таки убили укусом. Я бежал от наверное, него, потому что думал, он меня убьет. И о, еще и клинер, лол. Ну это изи для мафов. Так ты делал. А, Саша, ты знаешь, откуда мы уже скоро будем заканчивать? Еще минут 15. Изначально я прибежал на реактор из электрики. Короче, мы с флешом починили реактор, я сразу встал на камеры. А откуда ты прибежал? Я тоже ты вниз прибежал из электрики. Слушай, смотри, там одно время было как? Один чел был в реакторе, три было на камерах, два в меди. Потом все переместились на камеры, фу, на реактор, а потом уже, соответственно, из электрики. Когда вы увидели его живым? Короче, я о чем говорю, что как только починили реактор, я сразу встал на камеры. Стварына не выходил и не заходил из мидбейс за это время. То есть он типа все это время. Он до. Либо во время саботажа реактора его убили, либо еще до. Нет, я смотри, когда был саботаж реактора, я был в меди, я выбегал в подминку, а Тварына бежал через столовую. Согласен. Значит, ты его и прирезал. Или куснул, как изначально считалось. Смысл ему признаваться в этом сейчас. Чтобы мы не поверили, что он мог признаться. Я 100% заявляю, что Шарупа не выходил, не заходил. Либо через низ кто-то по пути его прирезал через прыжок из электрики, либо другого варианта есть. Смотрите, ну, либо... у нас по первому киллу разноцвет между мной и Вути. И Римузом, который мертвый. Сейчас а реально... И Вути говорит, что он видел Тварыну. Меня причем в Кева и в НДШ вообще ноль подозрений. Это изи для мафа. Да, да. У нас есть инженер. Ты хочешь типа разменять? Нет, да, лучше. Флеша Вути, да, если есть инженер. Я бы типа кикнул. Там мистер Гессер какой-то тоже. Не знаю, мне кажется, что ты... Мне кажется, ты НДШ убил. Как? Нет, больше Славик подходит, который бежал. Изи, катка. Хорошая попытка, Вути. Нет, я имею в виду, что... Ну да. Нет, он два голоса. Он второму мафу, да, он второму мафу сказал. Ну чё, Грац? Качественная катка получается. То есть один килл, да, надо сделать. Но есть инженер реально, то есть им лучше не нажимать саботаж. Ну, басики. Надо было не нажимать. Отлично. А просто, типа, убить, наверное. А кто второй может быть, Мав? Я вторым голосовал в НДШу. Так, жесть. Я не верю, что будет Мав. Так, в первом раунде... Саймон затяжил убийство. Затягали хоть раз, блядь. Я ни по одному убийству не подхожу. В первом да, раунде. Я тоже не могу вспомнить. Я также. В первом раунде я был с левой стороны, когда киллы были справа. Я починил реактор, там были Маугли, я двигался, то есть я не мог. Там киллы были не справа в первом раунде, там был килл через Варлока. Ну вот. А, нет. Ну так на тот момент тогда. Или через вампира, если не понятно. А, подминки, да. Подминки же первый килл был. Ну, НДш тогда бежал и фиксил второй реактор. Второй там еще два человека было. А кто зарепортил прошлый труп? Флэш, да? Ну, типа, да, ну, но там втроем еще бежали. Они там... там они втроем бежали. Короче, смотрите, я предлагаю... Хотя, блядь. Если Саймон говорит, что это он голосовал в НДШ, тогда разноцвета между Флэшом и Ути быть не должно. Либо они бы просто сравняли. Предлагать. Не так должно. В смысле, если он маф, то... Короче, я скипну, вы решаете, менять или не менять. В НДШ. Надо либо НДШ, либо флеша кикать. Надо скипать. Я не вижу смысла в размене флеша, бля, как можно скипать? То есть они не... Наш Вути мирный. Они вообще не подозревают, что может быть два мафа, да, на столе? Но зачем верит, зачем эта кнопка тогда? Ну не, это плохо. Плохой скип. Надо было кого-то убирать тут имхо, да? Ну, ты отыгрывать два от двух мафов. Флэш и два мафа. Иначе нет смысла просто в этой кнопке. Я голосовал в НДШ. Это был шанс для мирных, которым они не воспользовались. Флэш ошибся, получается. Ну, по идее, да, нельзя тут скипать.
Изикатка. Мафлонов. Красиво. Охуительно, охуительно. Повезло с этим, с вампирским киллом, киллом все-таки, да, в первом однозначно раунде. Как бы я чиню специально инженером ебучий саботаж. Нет, не будем разменять. Надо было кикать, конечно, кого-то. Короче, Кев меня кусает. Я нажимаю там шилд, он заканчивается, я падаю. Ровно посередине, да, нажал? Да. Красиво. Короче, вот что ты не показал, что ты... Типа ты не показал, что ты членер, потому что знал, что я типа прям 100% вампир или чего? Не, я просто тебе показал, что я клинер. Я думал, мы с тобой хотя бы кого-то затрем. Ну, ты, я что-то не припомню, что ты что-то показывал. Плохо показывал. Я за тобой бегал, ну, типа, когда пробегали... Я ластовую, ребят, надо уже... Вот учитесь у вас, надо показывать, что клинер. Он показывает так, что... Снова крюмейт. Ну все, блядь, снова 20 подряд на крюмейте, ребят. Ладно. Окей. Ласт, да, надо бежать уже, концертик, ребят. Концертик. Пикс причем был, да, на этом. Ты зачем Пикса убил, Римус? Опа. Ну, он сам умер. Споткнулся? Проголосовал в Римус. Да. И где это произошло? Да, давайте инфу. В навигации захожу на... Мы бежали вместе с Пиксом, я забежал на О2, сделал квесты, захожу в навигацию. Римус, я убил Римуса, самоубился, я не спрашивал. Чё, Гуса Тендеша ещё может быть? Я двигался, и это ничего, да? Ты постоял секунды 3-4, я на трупе еще побегал, потом под конец начал двигаться. Да? Теперь 30 подряд. Саня, ты в кого проголосовал? Да в Римуса проголосовал, конечно. Нет? А потому что он дед или потому что ты что-то видел и ты знаешь? Не, ничего не видел, просто сердечко. Понял. Кстати, а в прошлой игре Римус проверился на шерифе или его Кеф укусил? Да, ребят, скажите, Римус проверился на шерифе или... Тихо. Не, я никого не кусал. Не убивал? А ты в меня проверился? Не, без рофлов, Рузумир. В прошлой игре. Ну, наверное, он мне спрашивает. Ну ладно, тогда я тоже в Римус загнался. Меня проверился? Да. А у меня почему-то репорт не горел. Лол. Ну, видишь, я все же был прав тогда. Я тебе там все, походу, сделал, блядь, под этого... Ой, что ты там сделал под Джестера тоже мне? Ты обосрался. Ну, получается, но с кем не бывает. Ладно, малое дело, домашка. Проверился. А можно я сделаю? Ну, обосрался. Ну, что теперь? Подписка на месяц на крыммейт. Так, Эндэш, да, выбежал? Или подожди, это флэш был, флэш. А кто это сделал? Ну, флэш, ты откуда бежал? Флэш бежал оттуда, да. Оттуда, да? Да. Откуда оттуда? Оттуда. Откуда ты прибежал в хранилище? Из электрики. Чего? В которой ты, тварина, должен был меня видеть. Потому что я оттуда выбежал раньше, чем туда забежал Кев. И когда я туда забегал, когда я оттуда выбегал, ты стоял на проводках в электрике. Окей, ты убежал, потом я тебя видел. Я пробежал из электрики в хранилище на проводки, и потом оттуда побежал обратно в левую сторону, в сторону реактора. Cool story. Хорошо. Я так понимаю, в двери с коммуникацией бился ли это злой Вути, потому что я увидел швабру и этот шапочку через двери. Вроде нет. Это наши клички, кстати. А, или Вути
тоже там был? Вути там был, да, а Марк да. Упала. Смотрите, нас с вами закрыли. Можно узнать? В админке на этом, на столе посередине. Саша говорит о том, что он был в электрике, но я что-то... Не, он был в электрике, но он типа, смотри, когда я делал квестики, он был, но он убежал. Я в конце видел, как он пробегал через хранилище, он сверху. Так я тоже там, это увидел, я поэтому... Прям в конце, вы не могли видеть. Я пересекался с вами, когда вы выбегали из электрики. Ну он, короче, Кев, смотри, я успел добежать до реактора, сделать циферки на реакторе и начать делать пятнашки. Ну, ты проскочил, потому что нас закрыли в хранилище, конечно. Нас закрыли в хранилище, конечно. Ты типа пробежал в хранилище, двери закрылись, и ты добежал, окей. Мы забежали в админку, там еще постояли, потанцевали и зарепортили труп НДш. Ну хорошо, флеша обсудили, давайте спросим, во-первых, откуда Вути прибежал вот стучать? Из меда, был там со Славиком. Ага, и где Славик закончил? Я закончу во два. То есть... Чисто теоретически и Вути, и Славик оба могли подрезать в админке, то есть не обязательно это. Я побежал напрямую, я оставил Вути, он дальше в меде стоял, причем просто стоял, ничего не делал там. А сам пошел метеориты. Куда Вути пошел, я не знаю. Смотрите, ребят, последние 10 секунд Литл Злой и Вути стояли и долбились в двери с коммуникацией в сторидж. Где, вот Злой и Вути, где вы пересеклись вместе? Над коммуникацией. Откуда Литл Злой ты прибежал? Злой из навигации прибежал. А, ну значит, получается, Вути слева прибежал. Я скипнуть не успел, сори, я руина. Спасибо, Маугли. Вообще, из семерых пятеро голосуют, это норм тема. Так, ладно. Красив, Маугли. Хлопцы, голосуем. Хитрый тут Крыстов. Вот так вот. Получается, во флеша попали? Чё? У нас Римус мафом. Или в Римуса попали. Или в Римуса попали. Если Вути из меда бежал в сторону коммуникации, то это, скорее всего, он и убил. Литл Злой, если бежал с навигации, они там встретились, и Вути просто развернулся и пошел к трупу. Нет, мне очень не нравится, как Вути двигается. Я вообще его поздравил либо мафом, либо джестером. Ну, я не джестер, а не маф. И насчет того, если НДш, короче, НДш я видел, НДш был где-то примерно, ну он из сторожа выходил в админку. То есть если я его мог убить, то только укусив и все. Ручками никак. Там бы слишком палевно было. Ну я не знаю, я на самом деле, я не уверен, что мы по флеша попали. Мне кажется, что у нас маф вот между пути и Славиком. Ну, у нас... Маугли Джастер ждал, я просто не понимаю. Славик не может быть. Уже говоришь. Ну, Славик не может быть мафом, да. Славик бежал из меда, оказался в О2. Там в столовке люк, ведущий в админку. Он по дороге в О2 может вернуться в админку, прирезать, вернуться обратно и пойти в О2. Разменяй меня с Вути, просто. У нас... Я не хочу разменивать, потому что Вути, мне кажется, Джастер. У нас Римус ушел первым мафом, у нас один маф. Сказали, что Римус убил на глазах. У меня вот как вырисовывается. Ну, то есть, опять же, может быть, Тварина тоже сделал опять какой-то вампирский килл, который я не смог увидеть. То есть у меня синий, коричневый, красный. У Литл Злого есть мета-инфа на Славика. У нас мафия одна, вот это два, тоже два красных игрока. Остается Маугли и Вути, один из них Джестер. И почему-то для меня больше Маугли и Джестер, чем Вути. Плюс. Но Маугли не мог сделать килл. Маугли не мог сделать килл. Я Маугли оказался. Хорошо, если так... Вути остается. Если Вути Джестер... Короче, если это Чарупа и Кев... Конечно, это Чарупа и Кев, изикатка. Удаляй, блядь. Мне нравится фраза Вути. Я только укусить его мог, и все. Ну, укусил, и все, блядь. Ну, да, так и было. Вути не врет, он говорит... Шо Римус, клинерок?
Блин, я ж охренел, я прибегаю в навигацию, просто сразу на ебло от Римуса. А меня даже никто не разменял, я такой на джастере надеюсь на размен и умираю. Что ластовая была? Он просто меня увидел, сразу хера... А я главный шериф, блин, так обидно было. Так, ладно, папашки, всем спасибо за игры, побегу. Взаимно. Спасибо за игры. Хорошего вечера. Спасибо, спасибо. Так, ну все. Ну так вот, сегодня поиграли. Время, ребята, поезжать на концертик. Завтра выходной, завтра надо к родителям будет заехать в гости. В понедельник Fallout, во вторник Герои. Как-то так. Так, смотрим, куда Рейдецкий по-быстрому. Маугли стримирует. Давайте к Маугли тогда. Там, я думаю, разберется. Перебросят вас дальше, либо, может быть, они дальше будут играть. Пересоберут паблик. Всем спасибо за внимание. С вами был Чарупа, подсчетный крюмейтик. До новых встреч, папашки. Бэ-бэ.